Re, viss ēters ir te. Не встречаться с родными и близкими призвал сегодня жителей Латвии премьер Кришинис Кариньш. Он напомнил, что все ограничения на пасхальные выходные остаются в силе. Мы не ходим в гости и мы не собираемся. Эти пасхальные выходные мы встречаем только в кругу своей семьи. Мы празднуем удаленно от других. На эту Пасху режим продолжается. Очень важно его соблюдать. Пандемия в мире не закончилась. Новые, более липкие варианты распространились по всей Европе и в Латвии. От нашего общего поведения и соблюдения правил зависит то, как пройдет эта пандемия в Латвии.